этот ваш нильфгаардский кесарь пусть меня в жопу поцелует. У меня дедушка заболел. Но! Ведьмак, ребята, он как трупоед. С виду гнусный, крупным ядом смертный. Здравствуй. Особых трав ищешь, чтобы строптивую деву убедить, что можно? Микстур, чтобы себя убедить, что можно еще раз? А другие травы и микстуры найдутся? На пророст волос или наоборот? Усмиряющие боль и от изжоги? Скажи, чего тебе надобно? Позволь, я взгляну. Ты знаешь какие-нибудь сложные рецепты, которым ты мог бы меня научить? Всему, что я знаю, я научился от мастера Гремиста со Скеллиги. Хочешь учиться ремеслу травника? Хочу научиться чему-нибудь новому. Да называй, как знаешь. Отправляйся за Великое море, отыщи остров Арт-Скеллиг. Там, в священной роще, пресветлый мастер Гремист рассудит, годишься ли ты ему в ученики. Прощай. Здравствуй. Особо. А другие травы? На пророст вал. Как насчет партии в Гвинт? Yeah.
Погоди, плотва. Теперь помедленней. Но! Давай, плотва! Кошельки, которые мне дали, были фальшивые кроны. Глядите, бронза едва по золотой помазана. Знать, риданские сундуки пустеют. Пора разузнать, нету ли для нас какой работы на той стороне Понтера. Ты дал объявление? Я. Ганс из Цидариса. Кондотьер. У меня есть чудовище, которое нужно убить. Интересуешься? Что это за чудовище? Если бы я знал. Дело было так. Я нанялся с приятелями к Родовиду. Но в последнее время он начал запаздывать с жалованием. Да и жалование такое, что ой. А за даром я шею подставлять не буду. Понимаю тебя, но речь шла о чудовище. Сейчас, сейчас. Как мы сюда пришли, оказалось, что в округе рыщет какая-то бестия. Коров таскает и т.д. Мы решили, что надо помочь мужикам. Похватали оружие и пошли. Я и Курт в одну сторону, а Герт и Хенк... Герт и Хенк не вернулись. Не знаю, что там было, но оно до них добралось. Видно, здесь профессионал нужен. Так что мы с Куртом скинулись на небольшую награду, чтобы кто-нибудь помог местным и отомстил за наших приятелей. Благородно. Ну так. У наемника тоже своя честь имеется. Так что, ведьмак, займешься чудовищем? Сперва поговорим о награде. Слишком уж она маленькая. Я б сам это чудище убил, если б знал, сколько ты попросишь. Эх, ладно, пускай так. Согласен. Где начинать поиски? К югу отсюда. Там мы разделились. Там мы Герда с Хенком в последний раз и видели. Чем дальше в лес, тем толще эльф. Теперь еще Родовид с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще куда? Ну, как там? Глядите, ну, как там? Едва по золотой помазано. Знать, риданские сундуки пустеют. Пора разузнать, нет.
еще пытается нас надуть. Ну? В кошельке, который мне дали, были фальшивые кроны. Глядите, бронза едва по золотой помазана. Знать, риданские сундуки пустеют. Не торопись! Давай, плотва. Чем дальше, тем толще. Теперь еще родовит с жалованием на целую неделю опоздал. Ну? Еще пытается нас надуть. В кошельке, который мне дали, были фальшивые кроны. Раздачи ищешь? Отъявись! Бронза едва по золотой помазана. Знать, риданские сундуки-то пустеют. Пора разузнать, нет ли для нас какой работает на той стороне фонда. А-а-а!
Все у меня сегодня из рук валится. Отдохни. Ведьмак, у меня есть тема для следующей баллады. О, вернулся. Деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов? Ты едва на ногах стоишь. Уясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Стоп. Осталось стременную и на пассажок. За удачу. Здоровье мои, Атропос.
Поднять паруса! Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. В Каэртрольде у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Каэртрольде? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива, и придешь к мосту. Ярл сегодня в порту, и твоя чародейка должно быть тоже там.
Спасибо. До свидания. Медальон дрожит. Это место силы. Логово сирен. Надо бы от него избавиться. Но! Thank you.
Теперь помедленней. Шевелись, плотва. Может, серебряные сережки с большой земли? Если моя Рета захочет что-нибудь большое. Сам в набег схожу. Покажи лучше, что у тебя из нас. Вперед, плотва! Слышишь, за паром не зевай. Морские если не успеем, так нас вместе с Браном и похоронит. Надо наконец с ними разобраться. Интересно. Пара таких уже пробовали. На берегу пламя. Будет нас охранять от черных. Эй, ведьма, не ищешь ли работы? Дерево отесно. Морской дьявол. Время поработать долотом. Это будет памятник, достойный Конунга. Почему мне нельзя поиграть, а, пап? Мы идем в гавань прощаться с королем Браном. Не время для игр, Агнета. Теперь будет королем Скеллиги. Никто не знает, тебе. Но боги устроят, чтобы это был кто-нибудь, перед кем голову не стыдно преклонить. А вовсе не в походе. Правда, я то же самое слышал. Уда! Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Прости, что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу.
Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае до встречи. У нас тут неприятности с Мюрдьяблем, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнца нападают, так и днем. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюрик, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьяблин напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Поговорим сперва о награде. Что-то она больно скромная на мой вкус. Чуточку дороговато. Чуточку дороговато. Чуточку дороговато. Чуточку. Дорого. Ну, может, оно того стоит. Ладно, заплачу, сколько просишь. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Жоку донора деревни. Смерть короля! Лучший повод для новой песни! Ты уже год обещаешь написать для меня хоть что-нибудь. Для девушки песню любой дурак напишет. То ли дело смерть короля? Пока король жив был, ты для меня ни слова не написал. Ты что, не понимаешь? Ребята в море выйдут молитвы, не посылаем ни бурь, ни штормов. Эта песня может сделать меня придворным бардом клана Тиршах. Жизнь среди живых лишь мгновение. Что после нас останется? В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Я молодая. Пусть бы Бирна пошла, а не дольше ложа делить. Тихо.
Она так решила. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тирших собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты знала Брана? Да. Его очень уважали. В отличие от его жены. Кланы суть Скеллиге! По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэр-Трольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Пойдешь на пир со мной? Да. Пиры на Скеллиге ужасно предсказуемы. Пьянство, безудержное хвастовство и затем неизбежное мордобитие. Ничего общего с чародейскими банкетами. Помнишь прием на Танеде? Как я могла забыть? Там же был ты. И я прекрасно помню, что случилось после банкета. Не читай мои мысли. Тебе есть что скрывать? Не любишь секретов? Нет. Ты узнал что-нибудь в Велине? Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Цири ранена. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы трех ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие?
Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавура и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. На перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Тут для меня Йеннифер.
Только... Это еще почему? Потому... Здесь было хорошо. Хороша будет и на том свете. Пусть она исправно служит нашему королю. Когда-нибудь мы с ней еще встретимся. Ольмер верно говорит. С королем Браном мы все еще свидимся. Зато потом сколько влезет.